Евразийство – это наша давняя идея, которая нас всех объединяла еще с юности, можно сказать. Это гумилевщина, Лев Николаевич Гумилев и все, что было связано с этой фамилией и с этой идеей, вот так скажем. Поэтому, когда Советский Союз распался, я сказал, что это можно оправдать только одним, если будет создан Евразийский Союз. Потому что Советский Союз, как милитаристская какая-то организация, она мешала созданию Евразийского конфедеративного союза, который бы шел от Атлантики до Тихого океана, объединял и север, и юг до Индийского океана, то есть весь суперконтинент объединялся бы в идее когда-нибудь. Так оно и случится, безусловно. И поэтому вот этот наш Евразийский союз, небольшая часть евразийского суперконтинента, вот сейчас экономически и политически объединяются, я думаю, что это благо, это основа будущего суперевразийского конфедеративного союза, где каждое государство будет самостоятельно по-своему, но и в то же время объединяться с другими условиями взаимозависимости. Можно ли в контексте Украины как-то объединить вот эти два мировоззренческих течения, которые есть в Евразийском союзе? Да, но я думаю, что вот это украинский конфликт – это случайность. В данный момент это небольшая помеха на пути того большого проекта, который когда-нибудь состоится, в который, безусловно, и Украина войдет, и вся Россия войдет, и вся Европа. И уже не будет такого подраздела, разделения. Вот Европа, а вот это Россия, вот это Казахстан и так далее. Нет, это будет общая какая-то структура. Вот. И мы это будем стараться создавать.